Всем привет! Мы продолжаем проходить Sniper Elite 3, миссию Перевал Кассерин. Что ж, мы добрались до нашего... до нашей первой главной цели, и теперь нам нужно найти кодовый шифр от сейфа. Честно говоря, понятия не имею, где его искать. Может, тут? Нет, это записка Валена. Жесть. Ух ты! Гевер. Давайте заменим. Теперь у нас вообще крутая снайпа, наверное. Ну, ладно, пойдет. Годится. Так, ну, гевер на гевер мы менять не будем, я надеюсь. Ого! Знаете, дорогие друзья, мне это не нравится. Похоже, нам будет весело. Ну, вон карта лежит. Подбери карту, подбери карту. Что ж ты не хочешь карту подбирать? Ну, может, с этой стороны? Эй, эй. Нет, тоже не подбирает. Вот зараза. Так, ладно, давайте, что ли, обыскивать. Где же здесь может искать... Ой, где же здесь может лежать код от... код от нашего сейфа. Может, надо пару трупов обыскать? Может, у них будет? Гейвер. Нет. Может, у тебя будет? О, мы открыли улучшение. Кстати, мне не нравится, что появилась вот эта стрелочка. Походу, нам все-таки туда. А я туплю. А куда нам хоть бежать-то? Так, 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 так. Ага. Ясно. Бежать нам далеко. Все-таки жаль, что здесь нельзя кататься на автомобилях. Я это давно уже говорю и до сих пор жалею об этом. Так, надеюсь, нежданных гостей у нас не будет. Ух ты, как красиво солнце проходит. Ой-ой-ой, ты кто? Ты чего это тут ходишь? Ой. Их тут много. Так, в общем, я насчитал троих. Но я думаю, это не предел. Раз. Готов. Два. Готов. Ах ты. А, вот еще снайпер. Ну, получай. Ух, почти через прицел. Хорош. Будешь знать, как стрелять, куда ни попадя. Тоже мне. Где там он стрелял? А, вон он непутевый, да? Ух ты, их там несколько. Ах ты. Так получай же уже. Тут, как я понял, другой прицел немножко. Точнее, другая дальность стрельбы, потому что прицел немножко не... не такой, как на прошлой снайперской винтовке. Так, а там ходит кто-то. Ух ты! А ну выглянь, ты. На, по самой макушке. Гад. Получай. Ой, куда-то ему в пах попадет. Уф. Все? Или еще кто сие? Да не, орёт кто-то. Ладно, достанем стен для ближнего боя. А, вон он. Умри, тварь.
Так, меня засек, как я понял, еще один снайпер. В всяком случае, звук был похож на это. Сейчас мы сменим позицию. Сейчас все будет нормально. Эй, обыскивай труп. Отлично. С этим местом в этом отсутствии у меня плохое предчувствие. Похоже, нас ждут неприятности. На всякий случай предлагаю комбинацию от сейфа в штабе. Защищайте его ценой собственной жизни. Если я объявлю признак пустыни, пишите мне. Я немедленно пришлю подкрепление. Так, отлично. Кто там орал? Ладно, несущественно. Брауэр? Ух ты. Брауэр! А. Мы друга своего ищем. Ух ты, ё! Ты был прав. Видишь? Я же говорил! Ух ты, ё-моё! Брауэр! Боже, быстрее, быстрее, быстрее. Честно говоря, я так и не понимаю, куда здесь стрелять. Ой-ой-ой. Куда ты поехал, ты дурак? У меня есть динамит? Да, у меня есть динамит. Зря. Ладно, я понял. Куда тут стрелять-то, а? Ой. 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 Ой-ой-ой. Ладно, я понял. Сделаем немножко по-другому. Будем хитрее. Раз он поедет сюда, значит, тут его и сделаем. Отлично. Ну, я думаю, может на всякий случай еще шашечку динамита туда кидануть. Вот так вот. Опа! И теперь отойдем. И вот тут посмотрим, как оно все красиво взорвется. Вай! Бубу! На! Так, здесь этот мудак ходит. Едет. Кто-то еще ездит. И мне это не нравится, что кто-то еще ездит. Потому что я не вижу, кто это. Ладно, не суть. Was war das? Oh.
Правильно, иди туда. Так, это броневик. Ну ничего. Сейчас мы его сделаем. Сперва нужно снять пулеметчика. Или просто к чертям взорвать. Отлично. Давай, давай, давай. Текай. Ага, ага. Ой. Минус раз. На. Прямо в легкое. Гад. Так. Знаете что? Я так понимаю, он здесь еще раз проедет. Вот давайте положим здесь мину. А сами пойдем вперед. Вперед, ни шагу назад. Ой-ой. Просто да. Что ж такое? Получай. Получай. Выиграл. Ладно. Можешь и не выглядывать, уже поздно. Готов. Ух ты. Так, где там бронетранспортер? Или я просто так раскидываюсь минами? Ничего интересного. Так, ух ты. Спрятался, думаешь? Ну тут-то было. Чай, козлина. Так, нужно бы как-то еще этих выкурить, то расселись там. А их тут много. Что? Каким образом? Так, стойте.
Что это мы сделали? Это мы только танк взорвали? Да, фантастика, круто. Вообще всю жизнь мечтал о таком. Получай, фашист, гранату. Ладно, петляй, петляй. Что тебе еще остается? Вот это западло, так западло. Вот как они оттуда мне шмалят? Я не попадаю по ним, зато они по мне попадают. Ух, вот это я вообще хорош. Так. Что там творится? Я никого не вижу. Нет, вижу. Готово. Ах ты, мудак. Там где-то кто-то. Ой, да ладно. Стреляют. Откуда, кстати, они стреляют? Сквозь стены, что ли? Ух ты, мудак. Спрятался, думаешь, да? Да не, нифига. Ах ты. Да ёлки-палки. Получил? Упырь. Так, я, мне помнится, там за камнем еще где-то бегали, но... Ах ты, не успел. Чтоб тебя... Давай уже хорош прятаться. Ах ты, он еще и в землю стреляет. Ах ты. Вовремя ты выглянул. Ой-ой-ой. Мне показалось, или там машина с подкреплением? Я надеюсь, мне показалось. Но, по-моему... Ой-ой-ой-ой. Нет, там пустая машина. Это хорошо. Угу. Да. Так, их теперь здесь двое. Один. Второй. Просто фантастика. Но знаете, я радоваться не буду, потому что, скорее всего, сейчас опять будет такая жопа. Так, какая-то кассета. Что ж, давайте посмотрим.
der Afrika-Korps. Eine eindrucksvolle Waffe, von den Alliierten gefürchtet. Mit noch wehrhafter Panzerung und noch besserer Bewaffnung wäre er unaufhaltsam. Das ist die neueste Wunderwaffe. Какое-то интересное оружие. А, это танк. Gepanzert mit 23 cm. Panzer. Это танк. Das Hauptgeschütz ist das modifizierte Geschütz eines schweren Kreuzfahrtschiffes. Dazu vier Nebengeschütze mit Panzerabwehr und Mausermaschine. Ладно, ясно. Давайте пройдемся. Ой-ё. Раз, два. Два снайпера. Так, одного я засек, по-моему. Да. Он меня тоже засек. Но, по-моему, не вовремя. Так. А вот второго я пока не вижу. И знаете, это заставляет меня немножко испугаться. Так, вон там наш снайпер. Может, у него какая путевая снайперская винтовка? Ой. Так, ну позицию-то я сменила. Где второй снайпер? Мне это более интересно. Пока тихо. А вон и второй, по-моему. Нет, показалось. Так, снайпер. Ой, боже, как ты скрючился. А где твоя винтовка, снайпер? Ой. Где он там? А, вон он. Получай. Будешь, значит, прятаться. Странно. Такое чувство, как будто где-то еще есть один снайпер. Если меня кто-то ищет, значит, где-то кто-то все-таки есть. Призрак. Фантастика. Но мне не совсем нравится этот статус, потому что он означает, что здесь кто-то еще есть. Получай. Почему у меня нет такого костюма? Было бы шикарно. Так, ну, как я понимаю, теперь снайперов больше нет. В всяком случае, я на это надеюсь. Так, стойте. Сейф. Какой сейф? Что? Опа. Если честно, я думал, что у меня уже завис компьютер. Как-то оно неожиданно все так прерывается. Я так понимаю, мы прошли миссию?
прошли миссию. Отлично. Перевал Кассирин пройдено. Повышен звание. Сержант первого ранга, 12 уровень, да? 13. Так, ну до 13 нам еще далеко. Очень далеко. Бонус стрелка 100 метров. Ага. Снайперские позиции нашел. Собрано деталей. Позиция еще одна. Улучшение бинокля. Кстати, да, мы вначале нашли. Так, побочные задания мы все выполнили. Ну, естественно, игральные карты мы не нашли, хотя мы пытались собрать дальние выстрелы. Так мы ни одного и не сделали. До сих пор не понимаю, что значит дальние выстрелы. Ну, снайперскую позицию мы одной не задействовали, так как не было в этом нужды. Что ж, давайте продолжим. Итак, посмотрим, что у нас за следующая миссия. В Африке. Создание супертанка. Крысы. Сложно даже представить его мощь, если он будет построен. Но ход войны изменился. Союзники вновь отбили Табрук и перекрыли снабжение Валену. Ему нужно сохранить доверие Гитлера и закончить проект. Его отчаяние и изобретательность британской разведки помогли нам узнать, где находится сборочный завод. Это последняя остановка на пути. С помощью разведгруппы я выведу из строя аэродром и полностью перекрою линию снабжения. Я зайду с запада и займу позицию у южных ворот. Когда разведгруппа начнет штурм, я прикрою их огнем. Когда они появятся, здесь будет ад. Лучше вывести из строя вышку связи, чтобы не подошло подкрепление. В любом случае, шума будет достаточно. Шикарно. Следующая миссия сулит нам много-много интересных моментов. Ну что ж, а на этом я данное видео заканчиваю. В следующем видео мы начнем проходить новую миссию под названием Аэродром Пон-Дюфа. Ну а на этом все. Ставьте лайки. Ну и естественно комментируйте видео, если вам не понравилось. Всего хорошего. Пока.